Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Doom 3. В последней серии мы вот именно тут отключили, вернее, включили систему очистки воздуха, и теперь мы можем направляться к монорельсу, потому что открылся доступ, аварийные гермодвери были разблокированы. Это хорошо, потому что... Так, здесь мы, кстати говоря, в последней серии подобрали пилей. Это хорошо, потому что здесь мне, честно говоря, сильно надоело. Здесь больше идет не хоррор, а скорее какой-то экшен. Так, аудиозаписи нет. Ну, то есть, письмо от Николая Садовского по поводу вооружения. Скотт, хорошая идея, осторожность никогда не помешает. Отправлено. А, понятно, это нам писали, что код тут около КПК. Вот он, мы его открыли недавно. Здесь мы начинали предыдущую серию, пошли туда, сделали большой крюк, и теперь пора двигать уже в эту сторону. Отличиться тут нигде. А вот. Я помню, что-то такое. Хорошо. Так, ну все, пойдем. И это, я думаю, будет перемещение на новый уровень. Монорельс транспортный. Ой. Восстань. There is no death for you. Смерти для тебя нет. Ох, ты посмотри, какой красавец. Интересно. Так, ну что? Они тут? Кто это вообще такие? Отлично. Нет, вроде бы, таки спокойно. Хорошо. Так, мы сохранились. В принципе, можно ехать. Но я хочу посмотреть, что у нас там внизу. Там внизу у нас может быть что-то интересное. Ой, смотри, как я убился-то. Здесь у нас просто девушка только что просила помощи. Может, ей нужно помочь? Конечно. Да, ничего нет. Понятно. Ну ладно, давайте подлечимся и поехали тогда, что ли. А, вот, смотри. Сэм Хардинг. This is the audio log of engineer Sam Harding, dated April 5th, 2145. I have just completed repairs on the magnetic locks. Только что починил магнитные замки. Reprogrammed the pressure sensors on the monorail systems. My fellow engineers and I are confident that the accident of last week. На прошлой неделе был какой-то несчастный случай, говорит, что больше не повторится. The internal sensors led the computers to believe that there was a vacuum inside the vehicle. Unfortunately, the computer decided that the only way to fix this pressure discrepancy was to open all doors in an attempt to equalize pressure with the outside. Интересно. Короче говоря, он говорит, что на прошлой неделе был несчастный случай. Компьютер начал считать, что внутри монорельса вакуум. Единственный вариант, которым он смог это решить, это открыл двери. И народ внутри весь просто погиб. Так, починка дверей. Сэм, я починил дверь А32. Теперь она будет открываться без скрипа. Между прочим, вы видели эти артефакты, которые команда ученых недавно отправила в комплекс Дельта. Не знаю, что это за штуки, но мне очень не нравится, когда их перевозят не в ящиках. Меня передергивает, как только я увижу их. Сразу вспоминаю, что мы сидим на развалинах чужой цивилизации. Чего? Вон, ну как. Одна мысль о том, что может вылезти из этих пещер, заставляет меня вздрагивать. Я не знаю, может, просто переутомился. Джим. На развалинах чужой цивилизации? Интересно. Хардинг, проверь кронштейны турели. Они трещат, которые поворачиваются. Так, спасибо, все сделал так быстро. А, спасибо, что все сделал так быстро. Я сегодня утром починил кронштейн. Опять подвели эти чертовы
болты. И почему ЕСИ не найдет себе субподрядчика получше? Понятно, ничего полезного. Ну ладно. Давайте двигать. Наконец-то мы уезжаем с этого завода. Направляемся в комплекс 2. Комплекс Располк. Кто ты, говорит, что ты делаешь? А, это ты? О, блин. Я здесь ждал своего напарника. Он пошел изведать, что происходит. Но так не вернулся. Теперь я не знаю, где он. Не знаю, что происходит. Я думаю, что все это связано с артефактами, которые мы нашли в Дельта-комплексе. Please do not exit the vehicle without wearing proper environmental protection. In the event of an emergency stop, Marsec will be dispatched immediately for your safety. Have a nice day. Да. Отлично. Now entering Site 2. Все, приехали. Warning. Airlock malfunction. Please contact engineering to facilitate repairs. Thank you and have a nice day. Так, ну что, здесь у нас не работает не работает шлюз, нужно его вручную починить. Давайте попробуем. Длинная игра, да? Обалдеть. Кто-то там у нас шумит, так это похоже тот самый враг, которого мы сейчас видели в катсцене с доктором Бертругером. Уй, твою мать! Твою мать. Хорошо. Так, мне нужно что-то потяжелее. Потому что эти спецназеры. Довольно серьезные. Да где ты? Свободен. Говно. Так, вылазь. А, вот и. Так, что дальше? Мы подлечились, допустим. Так, ребята. Ой, ты бежишь опять, да? Ой-ой-ой-ой. Сдохни, сдохни, тварь, ненавижу. Похоже, у меня появился новый нелюбимый монстр. Проблема с воздушными шлюзами. Вон она что. Так, ну ладно. Больше тут ничего. Знаете, это место просто один в один похоже на такое же, но где-то серии 10 назад. Просто прям копипаста. Только тут летали большие эти хрени, круглые. А здесь мы нашли бензопилу. Тихо. Ну давай, вылазь. Так, ну-ка, ну-ка. Чуть не особо как-то. Блин, теперь сзади. Блин, тут, эпо, сколько же у вас. Это офигеть. Оп, нежданчик.
Ну, давайте проверим тут. Тут, наверное... А, тут у нас ничего теперь. Тут у нас какой-то вообще непонятный вирус. Хорошо. Я чувствую, мы сейчас поднимемся туда и оттуда откроем шлюз, потому что больше тут особо делать-то и нечего. Во. Штыки запрятали. Бортовой компьютер все так же. Тихо. Ребята, вы меня не поняли. Да. Это глупо, наверное, выглядит странно, как я приседаю. Тихо. От этого я не убегу, я думаю. С непонятной удой вместо руки. Ой, короче говоря, задолбали. О, сюрприз какой-то. Секрет. И вроде спокойно. Ой, кто-то орёт там. Неважно, валим. Тихо. Готов. Новый КПК. Так. Почта. Закрытие площадки 2. Мистер Холлис докладывает, что главный тоннель на площадке 2 заперт. Я перешлю сегодня дверные коды в отдел археологии. Со всех практических точек зрения этот раскоп закрыт навсегда. А что там случилось такое? От него же. Оставшиеся боеприпасы. Как вы просили, я разместил все боеприпасы, оставшиеся от охраны площадки 2, в броском шкафу 054, код замка 142. Документы по артефактам. Нам прислали несколько артефактов с площадки 2 без сопроводиловок и без всякой информации о том, когда, где и при каких условиях они были обнаружены. Также нельзя разбирать все это на кусочки, не зная, где и когда их нашли. Проверь, пожалуйста, свои записи и перешли мне данные по артефактам 34-91, 21-23 и 26-12. Ой, 86-12. Понятно. Бардак, короче, как везде был. 142 же вроде, да? Ну да. Ракета. Отлично. Так, теперь... Паренек там, кстати, живой, нет? Я бы на его месте заперся и просто не открывал бы. И чё? Ну, видимо, нужно подслушать тут. This is the audio log of Charles Hollis, EAP director, dated September 5th, 2145. In order to conserve current life support resources, effective October 1st, 2145, the Council has made a decision that all environment processors be brought offline in the general area of Site 2. Tomorrow, I will be sending out emails to all team leaders asking for an update on their asset relocation program to Site 3. We feel that we have unearthed enough useful material as it pertains to the project from Site 2, and choose to now devote resources to exploration of Site 3. И переносится на площадку 3. Так и чё? Может, в почте там что было? Так, тут нет. Тут нет. Тут нет. Какой же код может быть? Может, мне теперь нужно сходить к нему туда и узнать, каким способом открывается это все?
Не круто. Хотя, вполне возможно, я просто втыкаю. Потому что уже устал. Блин, а сколько у вас там? Хорошо. Ненавижу пауков. Ненавижу. А их все больше и больше. Минус. Так, что еще? Вроде все, да? Пойдем сбегаем к пареньку, проверим у него. Может, он знает код. Да. Вроде живой. Товарищ. Товарищ, откройте дверь. Так, ну и чё? О, так, ладно, пойдем обратно. Он не открывает дверь. Так. Нет. А, вот, посмотри. Гэри Росс. Давай, Гэри. Ты дашь нам код. Аудиозаписи нет, зато есть. Ага, так, 826, понятно. По вашей просьбе код доступа к шлюзу в отсеке 5, площадке 2 изменен. Да тихо. На 826 с помощью этого кода вы сможете вручную управлять автоматической сенсорной системой. Понятно. Так, напоминаю о том, что новая автоматическая система охраны на входе в лабораторию Дельта полностью введена в строй. По всем вопросам обращайтесь в службу охраны Дельта. Хорошо, 826. Ну погнали, попробуем. Как видите, на полу лежала одна маленькая, не очень заметная деталь, которую я с моим уровнем внимательности, естественно, пропустил. Поэтому пришлось где-то минут 5 повтыкать. Но теперь 826. Сохранение. Шлюз открыт. Можно уезжать. Я все ждал, когда вот эта хрень отвалится, потому что она прям кажется, что сейчас кто-то из-за нее выломится. Но нет, этого не произошло. Что еще? Вроде бы тут больше ничего не должно быть, да? Братюня. Извини, не уберег. Надо было тебе хоть пистолет дать. Ну ладно, поехали. Now leaving Site 2. Next stop, Delta Complex. Так, все. О, добрый день. Мы почти в Дельта комплексе. О, как быстро. А такая... Ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Да. Недалеко уехали. Engineering, please report to Delta Complex Access Ramp. Track sensor failure detected. Эта игра временами настолько напоминает Dead Space, хотя Dead Space вышел позже. Ну, в общем, они друг друга настолько напоминают, что просто обалдеть. Так, ну что, недалеко мы уехали. Но уехали. Ладно. Давайте осваиваться, что ли. О, братюня. Не добежишь. Обещаю. Что же у нас тут в дельта-комплексе? Хапнул чутка.
Сейчас я думал, где тут выбежит. Раз такой целеустремленный. Ой, видите. Да. Так громко открываться, я думаю, все-таки не стоит. Я как только увидел вот эту маленькую щель, я понял, что из нее полезет паук. И отсюда полезет. Ну вот так. Так. Сэкономим патроны. Тихо. Так и знал. Давай. Все похоже. Или нет? Вроде все. Куда иду? Вообще не знаю. Ох, как неприятно тут. Опять ты. Тихо. Так, я не понял. Если я буду сидеть, он не сможет меня задеть. Отлично. Так, давай. Круто. Да, на самом деле, не может. Не могёт просто. Так, это мы приехали, я так понимаю, да? Ну, не очень удачно, надо сказать. Здесь уже, в принципе, тормоза были, поэтому... Ну ладно. Тихо. Этими врагами нас уже не напугать. Ух ты. Прям Half-Life. Black Mesa. Игра, кстати, очень похожа на Half-Life. Именно сеттингом, сюжетом, событиями, подачей геймплея. Только здесь еще примесь такого потустороннего. А там чисто... Твою мать. Да что ж ты делаешь-то? Там чисто такой научно-фантастический. Тихо. Это кто был? Хорошо. Что дальше? Тут все вроде. Так, очередной КПК. Уровень допуска обновлен. Круто. Карл Куллин. Аудиозаписи нет. Ладно, давайте почитаем это. Автоматическая турель. Мистер Куллин. Просим вас известить свою команду о том, что на главном входе в комплекс Дельта будет установлена автоматическая пулеметная турель. Это вызвано все возрастающей важностью и секретностью проводимых у нас экспериментов вкупе с проблемами обеспечения безопасности, возникшими в последнее время. Удостоверьтесь, что все ваши подчиненные обладают адекватным уровнем доступа и внесены в базу данных системы. Мы не хотим повторения тех неприятностей, которые возникли при установке автоматических пулеметов в штабе десанта. А, значит, там все-таки эти пулеметы натворили дело, да? Которые мы видели. Заранее спасибо, центральное управление. Понятно. Так, Крис Бэкман. Ответ на коды отключения. Само письмо. Парни, я забил коды выключения турели в свой КПК. Можете вводить эти коды с терминала охраны возле металлоискателя, если возникнут какие-то проблемы с турелью. Лучше пусть стоит отключенная, чем угробит кого-нибудь. Он в ответ написал: спасибо, терпеть не могу заряженные пушки с автоматическим опознаванием. Круто. Так, Ли Померой. Дополнительные аптечки.
Карл, как местный медик, я должен быть предусмотрительным, особенно теперь, когда у нас появились автоматические пулеметы на оживленном перекрестке. На всякий случай я собрал некоторое количество медпрепаратов в шкафчиках возле поста охраны. На обоих код замка 364. Надеюсь, они нам не понадобятся. Понятно. Сэм Хардинг описал. Я сегодня утром починил кронштейн, опять подвели эти чертовы миксомовские болты. И почему я синий, это мы уже читали, когда читали КПК Сэма Хардинга. Мэтью Гейзер. Мистер Кулин, мы собираемся перевозить большой образец из Дельты. При обычных условиях мы бы не стали пользоваться монорельсовой дорогой, но нам нужно переправить его в лабораторию Фобос, так что у нас нет выбора. Образец будет усыплен, но тем не менее, учитывая его ценность и опасную природу, мы полагаем, что следует принять меры повышенной безопасности. Вы и ваши люди должны быть в полной готовности в бронежилетах и с плазмометами. Впрочем, огонь на поражение следует открывать только в самом крайнем случае. 7 человек пожертвовали жизнью, чтобы доставить этот экземпляр живьем через телепорт. И будет просто позором, если их усилия пропадут впустую. Кроме того, как вы знаете, о наших образцах ходит множество слухов. Я не хочу, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Информация об этом грузе должна быть доведена только до сведения тех, кому необходимо знать, что находится в контейнере. Что вы тут делаете вообще? Такое ощущение, что вы нашли кого-то крайне неприятного здесь. Усыпили и хранили. Так, ну что, давайте мы на этом завершим эту серию. В следующей будем пробираться по Дельта-комплексу. Могу сказать, что он гораздо интереснее того, что было в предыдущих сериях. Этот завод был просто убогим, честно говоря, потому что там были металлические стены, какие-то одинаковые механизмы. Здесь у нас опять идут лаборатории, а это всегда интересно. В принципе, ладно, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.